Как всегда, новый день с вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Влада Васильева, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса. Ветер северо-западного направления скоростью до 8 метров в секунду. С порывами до 14. 12 сентября на площади Ленина определят самого сильного гомельчанина. Организаторы отмечают, что силовое состязание обещает стать самым жарким соревнованием сентября. Отчаянным смельчакам предстоит поднять 90-килограммовые бревна, заняться кантованием шин, перенести колодец и тяжелый пень, а также перебросить мешок через планку в 4 метра. Испытать свою силу приглашают взрослых в категории до 95 килограммов и свыше 95 килограммов. Совершеннолетних студентов в категории до 80 килограммов и более 80 килограммов. Прием заявок продлится до 11 сентября. Победителей и призеров определят в каждой из категорий. Самые сильные гомельчане получат абонементы в фитнес-центр и другие ценные подарки. В картинной галерее Гавриила Ващенко продолжает работу выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике. «Ирисы», «Подсолнухи» и «Звездная ночь». На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. Во дворце Румянцевых и Паскевичей открыта художественная выставка под названием «Древнейшие из искусств». Она посвящена графике, в экспозиции более 80 работ из фонда музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают периоды 17 по 20 века. Гости дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи и гравюры, а также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусств. С коллекцией графики на выставке «Древнейшие из искусств» можно знакомиться до 8 ноября. Далее немного о братьях наших меньших. Названы 10 пород собак, которые идеально подходят жителям городов. Потребности небольших животных сильно отличаются от потребностей крупных. Поэтому специалисты рекомендуют подбирать для себя породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не станет страдать из-за отсутствия длительных прогулок на свежем воздухе. В числе наиболее подходящих для городской жизни пород названы вельшкорги, пудели, таксы, вестхайленд-вайт-терьеры, французские бульдоги, доги, сверкшнауцеры, английские кокер-спаниели, йоркширские терьеры, чихуахуа и немецкие шпицы. Из преимуществ этих пород выделяют энергичность, преданность и, конечно, небольшие размеры. Принято считать, что собаки любят нас просто потому, что мы есть. Но не все так просто. Любовь питомца тоже нужно заслужить. Поначалу пес будет вести себя настороженно, ведь ему нужно понять, кто является лидером и чего доверия нужно добиваться. Так, по каким же признакам можно определить, что человек уже стал главным в жизни собаки? Если хозяин проходит мимо миски или берет ее в руки, и пес реагирует на это совершенно спокойно. Пес старается во всем услужить и порадовать человека, которому доверяет, выполняя любые задания. Также питомец старается лечь спать поближе к хозяину и любит таскать его вещи. И еще один признак полного доверия – собака будет выполнять команды и подчиняться без раздумий. В
выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте наш телеканал сегодня в 12:50. Со вторника по пятницу по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» нотариус Светлана Белова расскажет о том, нужно ли делить имущество, приобретенное до вступления в брак. Очень хороший вопрос, и в практике нотариусов он возникает довольно часто. Ну, наверное, стоит сказать, какое имущество является личным, то есть имуществом одного из супругов. Это то имущество, которое приобреталось до брака, либо получено в дар, либо получено по наследству, и при этом независимо от того, в браке это произошло, либо до заключения брака. Соответственно, это имущество является имуществом каждого из супругов. Есть возможность по законодательству признать это имущество общей совместной собственностью супруга в том случае, если в него будут произведены совместные вложения, которые значительно увеличат его стоимость. То есть это какая-то реконструкция, перепланировка. Законодательство не содержит понятия, что такое значительное вложение, то есть каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Соответственно, если иное не предусмотрено брачным договором. Поэтому в брачном договоре можно предусмотреть, что такое имущество, даже если в него в период брака вкладывали совместно супруги, причем независимо там из каких источников, из совместных, либо из имущества каждого из супругов, оно не будет являться общей совместной собственностью, то есть у супругов не будет равных прав на это имущество, а это имущество так и останется собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено, соответственно, и зарегистрировано. Ну, тоже, наверное, стоит сказать, что же такое брачный договор. Это соглашение, которое могут заключить между собой лица, которые вступают в брак. То есть есть такая возможность, потому что зачастую уже лица, вступающие в брак, имеют какое-то свое имущество и имеют необходимость решения вопросов об установлении, скажем так, собственности в отношении этого имущества. Соответственно, брачный договор очень хорошо и работает, и помогает в этом вопросе. Также брачный договор имеет право заключить супруги. Но тут стоит обратить внимание, что заключить его можно только до момента расторжения брака. То есть, когда брак расторгнут, уже заключить брачный договор, к сожалению, будет нельзя. Но можно будет заключить другой договор, договор о разделе имущества, приобретенного в период брака. Скажем так, и тут нотариус может помочь в решении этих вопросов в бесспорном порядке. Брачный договор предоставляет очень широкие возможности решения вопросов имущественных, неимущественных, вопросов в отношении детей. То есть это очень хороший гражданско-правовой договор, который помогает и действительно работает. Причем работает не только в случае расторжения брака, да, но и на укрепление семьи. Он тоже очень хорошо работает и помогает людям, которые разрешили все вопросы касательно имущества, свою семью сохранить. То есть там можно определить, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Можно определить разные доли в имуществе. Можно определить порядок несения семейных расходов. Абсолютно различные вопросы, которые не противоречат законодательству. Его заключать разумно, его заключать целесообразно. Опять-таки, в него можно вносить изменения, пока супруги в браке. Ну и, соответственно, если брачный договор имеет в себе условия отношения в отношении недвижимого имущества, он подлежит обязательной государственной регистрации. Это был утренний фреш. Пусть новый день будет наполнен только позитивными эмоциями и отличным настроением.